Три жителя Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое. С новоиспеченными гражданами нашей страны пообщались мои коллеги. Гимн Российской Федерации звучит в этом здании во время торжественных собраний. Для жительницы Горловки Марии Дрозд этот день и есть самый настоящий праздник. Сегодня она станет полноправным гражданином страны, в которую переехала вместе с сыновьями. 17 июля сюда перевезла свою семью, своих детей. Вот, и обратилась сюда в паспортный стол. Насчет гражданства Российской Федерации. Очень большая радость. Я очень долго этого ждала на самом деле. Я не ожидала, что все так вообще будет очень... Ну, я считаю, что это все быстро, все это оперативно. Перед тем, как Марии вручили паспорт, она принесла присягу на верность Российской Федерации. В этот день торжественную клятву дали еще два жителя Луганской Народной Республики. Читая текст, им с трудом удавалось сдерживать эмоции. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Конечно же, это счастье, когда люди стремятся, добиваются и, самое главное, могут уверенно смотреть в будущее, могут планировать жизнь своих детей, могут планировать свою работу, развитие своей семьи. Конечно же, все в нашей стране создано для того, чтобы жить в мире, в согласии, в благополучии. Вместе с первым российским документом глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил новым гражданам страны экземпляр Конституции Российской Федерации. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.